утро на Енисее. Кто пользуется наушниками, знает, как они быстро запутываются и как это сильно раздражает. Чтобы этого избежать, будем создавать органайзер для наушников, который позволит держать их в полном порядке. И поможет мне в этом Ксения Костенко. Доброе утро! Доброе утро! Начнем мы шить сначала органайзер, зайку. Для этого нам необходимо два вида фетра. В нашем случае это бежевый и розовый. Необходимы шаблоны для, как говорится, самого зайца. Это тело, две детали, ушки, лапки, сам животик, который будет прикрепляться к детали, к телу зайчика и будет потом в дальнейшем держать наши наушники. И декоративная часть розового цвета, которая будет у нас пришиваться к уху зайца. Переносим наши шаблоны, обводим и вырезаем. Сейчас мы будем оформлять лицевую часть нашего зайки. Для этого нам необходимы две бусинки, нитки мулине, которыми мы будем вышивать мордочку, пузико, которое будет потом в дальнейшем держать наши наушники. И самое главное, это кнопочки, которые мы пришьем к пузику. Ксюша, давайте вы пришьете кнопочку к пузику, а я пришью пока глазки и оформлю мордочку нашего зайца. Вы вот здесь вот, легонечко нарисую, а вы эти шовчики спрячете потом. Пришивать мы будем животик ниткой мулине. Для того, чтобы пришить и не было слишком много толщины, мы разбираем ниточку, она у нас состоит из 6, мы разбираем на 3. Ксюша, пришивайте животик к тельцу обычным прямым стежком, а я пока соберу детали лапок. Пока Ксюша у нас работает, мы приклеим деталь декоративную к уху зайца. Теперь швом через край прячем узелочек между двумя деталями и прошиваем по контуру. Ну что, наша работа подходит к концу. А мы будем делать румяные щечки нашему зайчику. Мы сточили грифель карандаша, а теперь наносим на нашего зайчика такими движениями круговыми. Смотрите, какой милый у нас получился зайчик. Давайте скорее посмотрим его в деле, как он будет держать наши наушники. Милого спасателя запутанных наушников мы сегодня делали благодаря Ксении Костенко. Помогала ей Ксения Серебренникова, а снимался этот Константин Шубкин.